Велопраздник «Перший ровер» продолжает объединять в своей атмосфере самых маленьких поклонников этого средства передвижения. В парке 900-летия Минска для гостей семейного велофестиваля подготовили развлекательную программу с велосипедным квестом, триал-шоу, творческими мастер-классами, игротекой, розыгрышами призов, арт-зоной. Основная часть программы – любительские детско-юношеские соревнования по велосипедному спорту, которые организованы в нескольких категориях. Массовые заезды, маунтинбайк, фигурное вождение велосипеда, детские старты и заезды на беговелах. Возраст участников от 6 до 12 лет, однако к заездам на беговелах приглашаются дети от 2 до 6 лет. Девиз фестиваля «Перший ровер, кахання на все життё». Энергичное мероприятие, очень красочные люди, и все нравится в целом. Вообще очень красиво, очень интересно. Мы принимаем участие каждый год, и сегодня вы можете на нашей фотозоне сфотографироваться, также поиграть в дартс и волейбол. Очень веселое мероприятие. Много ребят, много классных впечатлений, супер! Я как спортсмен с большим стажем, я могу честно сказать, что для каждого спортсмена это испытание, но в то же время и праздник. Потому что ты приходишь к финальной точке, который шел много-много лет с тяжелым трудом, и вот у тебя есть возможность показать всему миру, что ты лучший. Здесь у них свой мир сегодня, понимаете? Здесь они хотят стать лучшими, но это для них праздник. И для того, чтобы они влюблялись в спорт, в велоспорт в частности, и в любые другие виды, мы сразу стали делать это праздником. Аналогичные соревнования в этом году уже прошли в Ленинском, Фрунзенском, Партизанском и Московском районах столицы. Участие в них приняли более 2000 детей.